Так, ну вот у нас уже последние уровни почти тут идут. Ой. Так, ну давай этого словлю сейчас. Я понял, в чем трудность. Все из-за того, что он у нас сверху. Стоять. Так, эти вообще там не собираются улетать, пчелы. Отлично. Готово, мошка. Ой-ой-ой-ой-ой. Знаете, вот самое тяжелое, это когда тоненькие такие проемы. Вот видите. А, я понял, ребят, мы сейчас их заманим туда наверх. Так. Давай. Ну куда ты так раскачался? Ну ты что? Угу. Ну вот они меня тут и словят сейчас, да? Или нет? А-а-а! Убегаем! Давайте, это наш шанс! А-а-а! Не пролезли. Не пролезли, хорошо. Так, вы будете ко мне лететь? Да, заметила, заметила. Да почему она так полетела криво? Она как будто знала, что мы там будем. Эй! У нас паучок, ребят, просто очень сильно раскачивается, когда летит. Ну это нормально, но это жутко неудобно. Ну вот видите. То есть, во-первых, паутинка не долетела. Ну что ж ты там мучился-то? А, то есть пчелы сразу меня решили заметить? Нет. Может нам просто подождать? А вдруг кто-то нам тут и вылетит? Ну почти. Что, такой вариант тоже можно провернуть? Просто подождать, куда они все полетят. Ну ты почему решил ко мне лететь-то, пчел? Ну как же ты меня там заметил? Сидим, сидим, ждем. Оп. Вот это было сложно. Так, 29 уровень. Сколько их там всего? По-моему, 30. Так, двоих поймали. Ну вот сейчас был такой хороший шанс. Мы так быстренько споймали прямо троих мушек. Раз. Два. Эй! Это что такое-то? Да стоять, ну вы чё там все вместе решили полетать? А-а-а. Давай. Так, осталась последняя зеленая мошка.
Готово. Тридцатый уровень, ребята, это будет сложно. Да, это будет сложно. Так, ну этого нужно ловить сразу. А, пчела меня заметила. Хорошо это или плохо, не знаю. Да ну куда он так раскачивается? Я бы уже давно убежал. Да мне не надо тебя ловить, мошка ты! Ну, конечно. Текс. У-ху! А могли пролезть, а могли, могли. Почему такой паук слабенький? Он совсем ничего не может сделать мошкам. Ну да. Ребят, из-за того, что это мошка на нас падает. Ну, давай. Ладно, оставим его здесь. Так, 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 так. Давай, давай. Ну что, мы прошли игру? У-ху! А вот так бы мы его словили. Пам-парам-пам-парам-парам-парам. Ну что, надеюсь, вам понравилось. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока-пока.